как я отношусь к коронавирусу? Я скупила все. Какой-то знакомый знакомого, который знает больше, чем нам говорят в СМИ. Планируются вообще маски? Я не знаю. То есть ничего я вас... Я не могу этого знать. У нас уже их полтора месяца нет. А, уже полтора месяца. Ладно. Всем привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня речь пойдет о коронавирусе и что я о нем думаю. На самом деле я не собиралась снимать это видео, и только за последний день мое мнение кардинально поменялось по этому поводу, потому что я начала из разных источников, неофициальных, узнавать какие-то данные, которые начинали меня настораживать и говорить о том, что... Пора как-то принимать какие-то меры и все-таки позаботиться о себе, о своей семье и об окружающих. Какая конкретная информация ко мне прошла через руки знакомых. Как вы знаете, что есть у каждого из нас, да, есть 6 человек, которые нас, то есть даже до Путина, да, 6 человек знакомых, которые раз-раз-раз и знают Путина уже, да, я не говорю уже о здравоохранении там и правительстве и так далее. Таких людей много, я думаю, у каждого из нас есть какой-то знакомый знакомого, который знает больше, чем нам говорят в СМИ. И что касается коронавируса, я действительно поискала сейчас все, что у меня есть дома, и просто здесь все выставила. Давайте так, начнем с того, какая ситуация у нас сейчас в Ростове-на-Дону. В Ростове-на-Дону без паники пока что все спокойно, по официальным данным. По официальным данным, вчера в новостях показывали, я смотрела последние какие-то сюжеты на эту тему, у нас не зарегистрировано ни одного человека с подтверждающим диагнозом коронавирус, да? Это очень радует. Но не радует ситуация, например, в Москве, то, что за последние сутки из 90 человек, которые вообще заболели, да, в Москве, за последние сутки только 30, и это по официальным данным. Но это уже как бы настораживает, да, всех, и там вот кто у нас в здравоохранении, они начинают уже думать, и что же, в Москве уже с 21 числа будет карантин, трехнедельный, я так понимаю, до 12 или 14 апреля, точно цифру не помню. Закроются все школы, университеты и многое-многое другое. Что сейчас у нас в Ростове с этим карантином? Пока что ничего, пока что все спокойно и по желанию. Но по желанию люди могут. Никто не препятствует этому. Я, например, отменила занятия у Дэни в бассейн, да, и как-то люди с пониманием относятся к этому всему. Кому-то уже пишут, звонят и говорят, чтобы дезинфекцию, да, вот это вот все усилить в каких-то общественных местах. Очень много чего отменили. У нас, например, в Москве должна была быть встреча блогеров, ютуберов, ее отменили. У нас здесь постоянно идут собрания наших друзей, медитации общие. Все это дело отменили, закрыли под ключ. Все эти места мы сейчас не собираемся все вместе. И вот многие-многие какие-то такие моменты потихонечку начинают сознательно, без официального предупреждения, сами брать самоотводы, да, какие-то и самостоятельно приходить на карантин. Мне кажется, что это отчасти, если это самостоятельно, да, и такое вот здравое решение, может быть, оно даже и правильное, что мы не ждем официального подтверждения, когда резко все закроется, люди будут в шоке, ни к чему не готовы и так далее. Почему мое мнение поменялось за последнее время? До меня дошли слушки, что все-таки будет карантин, карантину быть. И, кстати, слух этот пришел до того, как вышли новости, где с 21 марта официально объявляется карантин в Москве. Причем в Москве как бы оно к тому уже шло, да, что это все дело будет. Но непонятно еще по всей этой России, что в регионах вообще, да. Но мама у меня где-то посмотрела новости, и она говорит, я там так поняла из новостей, что по всей России все это дело будет действовать, да. Но тем не менее, в Ростове сейчас нет официально зарегистрировавших вся людей, которые больны коронавирусом, то есть все отрицательно, да. Но, знаете, я знаю, например, много людей, вот я не совсем доверяю вот этим официальным данным. Не то, что доверяю, а то, что еще есть куча неофициального всего, то, что может пронестись, как бы, да. Я знаю лично людей, которые приехали из других стран, то же самое с Москвы, ничего сейчас пока не закрыто, должно будет скоро быть закрыто, да. Но пришли из других стран, и никакого карантина у них нет. То есть максимум, что им, наверное, измерили там температуру. В общем, максимум, что им там делают, это измеряют температуру.
температуру, и даже если у них берут анализы на коронавирус, и он показывает, что он отрицательный, человек, я так понимаю, что еще там в течение 2 недель этот вирус просто может, ну, как бы не выявляться, да, а просто как бы как-то находиться там внутри, да, и человек может быть переносчиком, например, да, и заражать других. Поэтому обычно делают карантин 2-недельный. Но я знаю людей, которые не были на карантине и, приехав из другой страны, да, уже начинают встречаться с людьми и, как бы, не знаю, может быть, сами того, распространять этот вирус. Допустим, у детей сложно идентифицировать этот вирус, я так понимаю, они могут проходить без симптомов даже особых, да, или похожих там на тот же ОРВИ. Мы же не бежим сразу, не берем этот анализ на коронавирус, да, и также продолжается все это заражение. Поэтому одно дело официальные данные, а другое дело неофициальные. И я думаю, что неофициальные может быть все что угодно сейчас, если честно. Поэтому, если такая ситуация, я смотрю, уже в Москве, я думаю, что все это плавненько-плавненько перейдет к нам. Но я уже по этому поводу переживаю, и поэтому я уже набрала всего, что можно было только набрать. Чтобы не быть голословной, аптеки у нас пустые, в аптеках нету никаких повязок, никаких масок, и уже там у кого-то 1,5 месяца, у кого-то 2 недели нет. Они заказали, ждут, и в итоге не дождутся никак. Все везде скупили. Скажите, пожалуйста, маски какие-то есть? Нет. Вообще никаких? Нет, никаких взрослых вообще никаких. А что есть антисептическое? У вас спрей какие-то? Ну, а... Тоже закончилось, есть просто спирт чистый. Не планируется вообще, как, когда в закупке? Ну, у нас каждый день отменяют нашу заявку, и все. Вот мы вчера думали, получим. Планируются вообще маски? Я не знаю. То есть ничего я у вас... Я не могу этого знать. У нас уже их 1,5 месяца нет. А, уже 1,5 месяца. Ладно. Здрасте, скажите, есть у вас маски? А какая-нибудь дезинфекция? Дезинфекция? Спрей? Ничего такого нет? Ну, спрей нет. Вы имеете руки, да? Ну, да, да. Нет, только вот масло дыши, если там куда-то брызгать, дышать. А давно не нет масок вообще? Уже они планируются? У нас 2 недели нет. Не планируется, да? Пока я ж не знаю, это ж не от меня зависит. Как появится, так сразу у нас появится. Спасибо. А скажите, у вас есть маски? Нет. А дезинфекция какая-нибудь? Хлорексидин. И все, да? Хлорексидин, хлорексидин. А салфетки какие-нибудь? Нет, тоже пока нет. Здрасте. А скажите, у вас масочки есть? Масок нет. А что, дезинфекция какая-нибудь? Спрей? Хлорексидин только. Только хлорексидин или этот? Мироластин, мирамистин. Масок уже нет давно нигде, и все ждут, да как бы нет. Недавно посмотрела новости, и там говорят, что вообще даже 24/7 люди работают, и они просто не успевают делать эти маски, вот именно производство, да, потому что все вот так вот быстро разбирают. Я эти маски покупала еще в фикс-прайсе, еще когда о коронавирусе, даже он и не снился никому. Вот они у меня лежат. Еще у меня где-то черные есть маски с фикс-прайса, детские есть маски с фикс-прайса. Я думаю, что мне сейчас это особенно пригодится, потому что с сегодняшнего дня я буду выходить в маске. Это раз. Дальше перчатки у меня какие-то стерилизованные. Все подоставала. Кстати, у кого нет масок, не переживайте. Ведь раньше вообще без масок справлялись. Раньше в медицинских учреждениях ходили вот с такими марлевыми повязочками. Шили. Вот, пожалуйста, это стерильные вообще марлевые повязки. В 4 слоя их раз сделали, привязали веревочки или резиночки. И все. Также их можно и стерилизовать, гладить, кипятить. Раньше только ими и справлялись, как бы нормально. Тот же самый бинтик тоже можно в несколько раз обернуть, да. Вот это давно я в фикс-прайсе брала. Думаю, какая молодежь, что я столько всего набрала. Тоже в фикс-прайсе брала. Здесь 45% спирта, я так поняла. Антисептик, он прям пахнет спиртом. И я им обрабатываю все. Когда прихожу домой, вообще, по идее, в машине нужно еще все это дело обрабатывать. Но я купила хлоргексидин. Тоже написано дезинфицирующее средство. И не во всех в аптеках сейчас оно есть. Ни салфеток нет дезинфицирующих, ни средств каких-то спреев. Если есть, то очень дорогие, там, за 250 рублей в одной аптеке. Вот 12 рублей стоит, написано, средство дезинфицирующее, кожный антисептик, водный раствор хлоргексидина 0,05%. Но я взяла 2, один в машине оставила, один домой принесла. Еще, кстати, в фикс-прайсе написано: дезинфекция рук, перекись водорода. Вот, кстати, я не знаю про перекись водорода, но это я не купила, это у меня было, я сейчас просто достала. Перекись водорода, она тоже дезинфицирует. Ну, я знаю, что на раны мы наносим, да, все это дезинфицируем. А что касается просто вот обработки поверхности и рук,
Если оно также работает, то это супер, потому что это пока что есть в аптеках, да. Вот, еще у меня есть спирт, который давно-давно откуда-то у меня появился. И здесь осталось совсем чуть-чуть. Я думаю, 50 на 50 развести с водичкой, и тоже можно делать такой раствор. И сюда добавить, когда закончится у меня здесь все это дело, да. Перчатки. Так, это стерильные перчатки. Таких перчаток у меня черные, синие тоже очень много. Их тоже можно использовать. Кстати, если у нас марля работает, то у нас и будут работать вот такие масочки. Я тоже их взяла в фикс-прайсе. Кстати, их тоже уже почти все разобрали. Маски, это строительные маски вообще, представляете? Но они достаточно тоже плотненько сделались. Как бы, почему бы и нет? Наверное, я думаю, можно и их применять, если что. 77 рублей вот такая маска стоит в фикс-прайсе. Вот, то есть у меня полный арсенал. Я прихожу первым делом, прежде чем бежать мыть руки, я все дезинфицирую. Телефон, я вот прям пшикаю, да? Телефон, ключи от машины, от квартиры, рюкзак. Если что-то принесла с почты и так далее, все прям сверху вот так попшикала. Руки тоже. Потом иду мыть руки, высмаркиваюсь, мою лицо. И то же самое ребенку, если мы приходим вместе. Вот такая сейчас ситуация. Если куда-то буду выходить, то это уже маска и тоже средство вот такое вот с собой. И хлоргексидин в машине, и хорошо бы иметь салфетки обеззараживающие, тоже в машине вот это все дело протирать. Вот на время карантина пока что, мне кажется, стоит принять эти меры предосторожности, ничего страшного. Я, кстати, сейчас общаюсь с девочкой Татьяной, я уже говорила вам, она живет в Италии. Как знаете, Италия — это сейчас самое очаг распространения коронавируса. Там очень много зараженных и разные всякие разные последствия, да. И она снимает на эту тему видео, она показывает, что творится у них в стране. Видео каждый день ее практически на канале. Я ссылку на ее канал оставлю под видео. Следите, я слежу за ситуацией в Италии, мы с ней все время на телефоне. И когда до меня дошли все эти слухи уже, да, там не из СМИ, то говорят, что и раньше как-то Италия вроде бы это не серьезно относились к коронавирусу, пока вот это жестко раз и карантин им не влепили. Жестко, прям жестко, понимаете, не выходить из дома, штрафы, закрыли все, кризис. Потом в Великобритании где-то или вот в какой-то стране тоже ничего не закрывали, все у них работало, и там очень высокая смертность по коронавирусу была обнаружена. Вот. Я думаю, что нам тоже не нужно халатно как-то к этому относиться. Конечно, люди делятся, я и читала все, и даже, честно говоря, принимала эту сторону, другую, что это все как бы да не по-настоящему, это все политические какие-то там распри. А потом я подумала, знаете, политические распри, да, из-за политики у нас и войны бывают, понимаете, и люди гибнут. Поэтому не исключено, что вирус этот существует и распространяется, и что он реальный, и реальные люди погибают, и мы пока что не знаем, что с этим делать и как это идентифицировать. Мне кажется, ситуация такая, что нужно принимать меры. Все идет с Москвы, в Москве уже с этим делом все жестко. Я думаю, что это будет все распространяться и сюда, к нам, и Ростов, и регионы. Вот. Я думаю, что можно заранее уже как-то принимать меры и заботиться о себе и окружающих людях. Вот такая вот ситуация на сегодняшний день. Я надеюсь, все будет хорошо, без паники. Я думаю, что продукты в магазинах у нас не пропадут. Другой вопрос, что нельзя, может быть, будет выходить, да, и нежелательно будет выходить. Поэтому лучше закупить продукты сейчас какие-то. Я в свое время закупила много мяса просто для экономии, да, не для того, что коронавирус. Это еще месяц назад было, там полтора. Мы закупили мясо, мясо есть. Вчера я пошла, уже купила там гречку, макароны, рис, такое все, да, картошку, фрукты какие-то, овощи, ну, что смогла унести, да, и в ближайшее время тоже еще пойду что-то докуплю, чтобы была возможность сидеть дома и никуда не выходить, хотя бы пока вот это вот все происходит. Что касается садика, только садик у нас остался, сейчас мы ходим только в садик. Но немножечко у меня странное немного ощущение. Я все делаю интуитивно, и если у меня
50 на 50, я не понимаю, что делать, да, то я пока оставляю все как есть. Дети, тем более, они немного по-другому переносят этот коронавирус. Бывает так, что даже вообще сложно идентифицировать, больные они или нет, потому что у них может это все происходить просто бессимптомно, да. Но дезинфицировать вот эти, принимать меры, все нужно, потому что дети могут быть переносчиками, просто переносчиками, которые заражают взрослых, вот, и взрослые, которые приехали с Москвы или откуда-то, да, или уже, я не знаю, мне кажется, он уже повсюду просто, это неконтролируемый момент, просто зная, что люди прилетели там из восточных стран и не проходят карантин, продолжают общаться, они могут тоже быть переносчиками, и при этом у них может быть отрицательный тест на коронавирус. В общем, будьте аккуратнее, берегите себя, берегите ваших близких, берегите окружающих, я надеюсь, все будет хорошо, следим за ситуацией в Италии, ссылочка на Танюшу под видео. Я с вами прощаюсь до следующего видео, без паники, но можно потихонечку, как бы, сами понимаете. Все, я вас люблю, целую, будьте здоровы, пока-пока.